Тренажерный зал под открытым небом. Олимпийскую концепцию «Спорт для всех» активно внедряют в Чебоксарах. Открытые спортивные площадки стали появляться в столице еще в 2011 году. На заседании рабочей группы обсуждали вопросы оснащения дворовых территорий города тренажерными площадками. Такие спортивные площадки станут хорошими помощниками для подготовки к сдаче норм ГТО. Запуск программы «Готов к труду и обороне» остро ставит вопрос о площадках для занятий спортом в шаговой доступности. В ходе заседания рабочей группы отмечено, что программа оснащения дворов спортивным оборудованием требует дальнейшего продолжения. Но для того, чтобы тренажеры были пригодны для полноценной физической тренировки, в том числе и для подготовки к сдаче нормативов ГТО, важно расширить комплектацию спортивных площадок. В частности, на каждой площадке, помимо тренажеров, должны быть турники и брусья. Во дворах сами жители должны определиться, какие приоритеты для них нужны. Но турники практически во всех дворах они востребованы. Вот, давайте вот комплекс тренажеров надо посмотреть, какие мы можем поставить во дворах. Мы говорим, что не обязательно в каждый двор, а в каждом микрорайоне, где 3, 4, 5 домов, можно объединиться, некоторые дома общий двор имеют. И здесь вот, вот такие комплексы, может, мы, если мы говорим, что каждому депутату мы распределяем определенное количество суммы денег на эти деньги, каждый депутат выбирает, что именно нуждается и делает во дворах. А сейчас определится микрорайон. Пусть она будет дороже, но качественнее. В ближайшей перспективе полноценные спортивные площадки появятся по одной в каждом из районов города. Еще одну демонстрационную планируется оборудовать ко дню города на территории залива.